Всем привет, друзья! С вами Городничук Александр. Друзья, все знают, что для жесткого и мощного удара нужен хороший перенос веса тела, так как в жесткий удар вкладывается вся масса тела. И часто у людей с этим проблемы, и из-за этого страдают удары. И сегодня в программе я покажу вам эффективное, но очень простое упражнение, которое называется кикстартер. Вам будет достаточно включить его на одну минуту в разминку для того, чтобы улучшить ваш перенос веса тела при ударе. А сейчас пойдем посмотрим, как это выглядит. Друзья, упражнение делается как на левую, так и на правую сторону. Мы начнем с правой стороны. Значит, также упражнение делится на два движения, на два скачка. Встали фронтально, подняли правую ногу. Делаем первый скачок. В этот первый скачок вылетает правый прямой, нога уходит назад. При этом мы следим за тем, чтобы хорошо вложилось туда плечо, хорошо вложился таз. Как это выглядит? Раз, вставили. Прикрываемся плечом, плечо ушло вперед. Таз, значит, также подался вперед, нога назад. Это первое движение. Второй скачок, рука назад, нога вернулась обратно. Ребята, обратите внимание, за тем, что вторая рука на защите, первая как ушла, она прикрывает плечом, значит, голову, и точно так же она вернулась обратно. Пробуем медленно. Подняли. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Не забывайте, что при быстрой работе, когда будете работать, рука должна быть как хлёст. Она вылетает туда и в конце, то есть она вылетает расслабленно, и в конце кулачок напрягается. Пах! И обратно. Пах! И обратно. А сейчас смотрим, как это выглядит более быстро. Встали, ногу подняли и поехали. Точно так же и на левую сторону. Подняли ногу и поехали. Друзья, в этом упражнении также важно, чтобы не было лишних амплитуд. То есть, подняли ногу, и когда бьете рукой, чтобы вторая рука не расхлебывалась, то есть, чтобы она сюда куда-то не улетала, чтобы нога не уходила куда-то в сторону. То есть, все должно быть собрано компактно, и тогда у вас все будет получаться. Кстати, это упражнение, это частично удар Супермена, к которому мы подойдем в следующих выпусках. Всем желаю жестких и нокаутирующих ударов. Вот такое, друзья, простое эффективное упражнение. Оно, кстати, довольно энергоемкое, поэтому жду ваших комментариев по этому поводу. Ну а также, друзья, если вам интересно потренироваться в Таиланде, обязательно посмотрите ссылку в описании под этим видео о спортивных турах в Таиланд. Ну а также, если вам понравилось видео, лайкайте, комментируйте, делитесь этим видео с вашими друзьями. А самое главное, подписывайтесь на мой канал. С вами был Городничук Александр. До скорых встреч!